Всем привет, с вами Алексей. Мы нашли все камни, и их осталось сложить в статую паука. Но перед этим я хочу вам показать небольшой секрет. Так. Еще раз. Блин. Ага, есть, залезли. Они находятся вот здесь, в углу. Если наклониться в бок, нажать клавишу Z, мы увидим здесь глаз девы и душу Карги. Это именно те два камня, которые мы нашли в этом уровне, но здесь они есть в самом начале. Это для тех, кто любит скоростное прохождение. Вот такой вот секрет оставили разработчики. Интересно. Ну что ж, вкладываем камни и смотрим, что же будет дальше. Чтобы войти в склеп, это, наверное, вот сюда, вот налево. Ну, поехали. Сванов, я тебя вижу. Что происходит? Должно быть, это камни. Это их магия. Череп уже близко. Чувствуешь, как он взывает к тебе? Последний камень, Сарыв. Он сливает нас воедино. Чувствуешь, как я огнем вхожу в твою кровь? О да, мой принц. Мы будем вместе. Вечно. Палки. Их ты, блин. Последний вроде остался. Нет, не последний. Вот этот последний. Есть. А, вон еще маленький. Все теперь. Не, он еще огромный. А-а-а. О, теперь все. Согласно привлечению, череп теперь твой. Но знай, он поглотит тебя, если ты окажешься недостоин его силы. И я всей души надеюсь на этот исход. Противоядие.
принципе, если бы они меня ужалили, я бы мог воспользоваться противоядием. Ну что ж, берем череп теней. Саурона. Не для того седьмой дракон принес свою жертву, чтобы какой-то щенок все разрушил. Я делаю это ради спасения Эшена. Ёлки-палки. Вот и конец пророчества о темном мессии. Даже неизвестно, кто здесь плохой, то ли я, то ли он.